Химках прошел очередной форум «День соседей», на котором жители многоквартирных домов, коммунальщики и депутаты обсудили жилищные вопросы и лучшие проекты по благоустройству города. Инициативе губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева все проекты всегда под его руководством реализуются и исполняются. Вот мы благодаря такому форуму будем общаться со всеми соседями многоквартирных домов, которые выступают с инициативами к нам, к депутатам, к моим коллегам и рассказывают, что необходимо в городе полезного сделать для того, чтобы благоустроить его. Пожелания и просьбы жителей – главное в формировании концепции развития как региона, так и муниципалитета. Эта стратегия основана на принципе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Житель всегда прав». Таким образом, разработано 7 проектов благоустройства общественных пространств, которые были представлены на выбор участникам форума. В частности, депутат Надежда Смирнова рассказала о проекте капитального ремонта родильного дома. Мы, это администрация городского округа Химок и депутатский корпус, хотим внести там изюминку. Не буду раскрывать все секреты. Если вы проголосуете, я только скажу спасибо. Также депутаты Артур Каримов, Евгений Иноземцев, Юлия Мамай и лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов представили свои проекты. В их числе оборудование пешеходных переходов с интеллектуальной подсветкой, озеленение территорий на улице Родионова и Германа Титова, открытие отделения почты в ЖК «Солнечная система» и другие. По инициативе главы городского округа Химки выстроена такая вот работа между депутатами и жителями. Жители обращаются по любым вопросам, и эти вопросы стараемся контролировать, доводить до управляющей компании и следить за этими сроками исполнения работ управляющей компании. Но кроме этого, самое главное, конечно, это проекты, которые каждый депутат сегодня представлял в рамках общегородских проектов. Все проекты очень важны, и они все нужны городу. Кроме этого, депутаты вместе с жителями обсудили и другие вопросы по благоустройству придомовых территорий и работе управляющих компаний. В целом это улучшает, конечно, качество коммуникаций, потому что буквально несколько лет назад в нашем городе достучаться до каких-то служб было сложно, с учетом того, что сейчас вот Харитонов Владимир Анатольевич, там, Каримов на постоянной связи с жителями, скажем так, это позволяет решать какие-то вопросы. Лучшие проекты химчане выбрали путем голосования. Совместная работа жильцов многоквартирных домов и депутатов позволяет организовать профессиональное сообщество единомышленников, команду людей, вовлеченных в процесс улучшения и развития своего дома, двора и города в целом.